такой, видишь, тут песок глубокий конкретно. Ну да. Совсем непросто. Блокировка включена, нет? Нет. Без блокировки. Это резерв, да? Да. Вышли за счет хода. А ты не включал на подъеме? Нет. Я это самое, надо было вторую, я ее душил первой. А, я понял. Ну, не хватало оборотов просто. Да. Ну да, тут важно попасть правильно. Передачу выбрать. Осторожно. Люди в красном, видел они? А, я тоже с ними, типа, да? Ну да. Хорошие места тут. И песочек, и болото есть. Да, тут горка вниз такая экстремальная чуть-чуть. Была хорошая горка раньше, я помню. И болотце справа было внизу. Должно быть не сухо здесь после этих дождей. Но тут тоже вот хорошая горка. Ну тут, ну на Ниве тут да опасно. Хотя съехать можно. Это меняется рельеф. Помню, вроде съезжали мы здесь. Крис говорит, тут трасса для Чкуно? Для Чкуно. Нет, тут обратно вернуться тяжелее. Почему спуститься не вопрос. А? Леша, а чем ты отъехал? Здесь спуск. Ну тут, блин, почти вертикаль такая. Сейчас покажет дорогу. Давай, Влад, твой выход. Я там бампером встряну сверху. Да не встрянешь, давай. Ты же не очкун. Не, ну это нормально. Вообще тут даже следы есть. Это снизу, наверное, кто-то ехал. Леня, прием. Не очканешь точно? Дерби и... Да, ну понятно, что не драйв. Не, и эти самые. Без тормозов. Повтори. Ты говоришь, Крис? Секунды, блин. Нафиг они тут приехали? Не знаю, это... Ты, называется, ты места нашел, приехал из-за границы, показал, где ездить, да? И как ездить. И как ездить. Не, вот... Иди вниз, иди. Нормальный парень. Не очкун. Есть не очкун. Ну, хороший тут песочек. Ну, горка... Суровая такая, я вам скажу. Видите, даже на эту камеру. Ну, патрол длинный, тяжелый. Его перевернуть невозможно. Очкунал? Очковал? Немножко, да. Немножко. Так, блин, Леня едет, ё-моё. Если на тормоза не нажимать, а короче, ничего. Вот вверх подняться, тут уже сложнее будет. Леня, красавчик. Так, Чирокез. Не, ну, там машина. Конечно. Нет, хотя у него резина надо. Мотор позволяет. Ну, если заезжать, то лучше. Так, Нива. Может, вторая лучше? Не, первая лучше. Там надо сначала притормозить, потом на понижайке в конце притормозить. Не тормозить. Ноги с тормозов узнал. Арслан, а когда спускаешься, хочется нажать на тормоза. Ёханый бабай, это жизнь. Так ему сказали слетать или снижать? Понижайка выключилась, наверное. Выбило. Блин. Что это было? Да ты пятую, наверное, включил. Так, Чирокез. Ровно выставься назад. Еще чуть-чуть можно. Еще чуть-чуть. Все, хватит, да. Потому что там... Ну, а сбоку чуть заходить может ходом. Шины немножко. Нет, она
как перекрыть, да, тут уже что-то смотрел, тут получается, тут мне надо этот подъемчик перекрыть. Да, 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 его, блин, надо больше траектории. Разгон больше, наверное. Да не, резина какая-то сложная. Больше колес. Слушай, ты не травлю. А что там, 5,2? Руслан, посмотри, а еще назад можно? А не, он садится, там у него будет... Он не травленный вообще. Она у тебя переключается. Попробуй ограничить, чтобы не переключалась до второй. А я так и делал. А, да? Все, не надо. Не, ну да, тут ты только машину носил. Так, есть альтернативная горка, тоже совсем непростая. Не, ну тут, тут тоже крутяк. Сверлит, но буксует. Вот хорошая горка, кто заедет, тот чемпион. Назад попробуй дальше взять, чтобы стартануть. Еще, еще назад. Да, и которые смотрят. Да, интересно тут баклажановую Ниву посмотреть в этом месте. Как она сверлит. Да и бобик бы. Накатывает. И не, в натяжку не получится. Интересно Тойоту здесь посмотреть. Там мотор позволяет, колеса получше. Пол горы заехал, даже больше. Не-не, по ненакатанному хуже. По накатанному попробуй назад дальше сдать и попробовать еще. Сложновато. Да, это был прорыв. Помню, 94-й год, Казанская окружная, точно такая машина. Это был топ тогда. Татарстан. Мы ехали в Ижевск на дырявом москвиче. А эти только основали там по окружной. Ну, не привлекали мы их внимания, слава богу. Дырявый москвич. Да, такой первый премиальный внедорожник в мире. Потом уже появились иксы, эмэлы, лексусы, все остальное. В общем, больше желающих нету. Михалыч говорит, машина может сломаться. Уже не тот Михалыч. Раньше, конечно, как-то они по-другому ездили. Втроем на трех машинах, сейчас на одной. Ух, елки! Пытается задавить меня. Пытается задавить. Чувствует же, я критикую и хочет задавить. Ты заочковали? Три не очкуна. Как покатуха наша будет назад? Три не очкуна и четыре очкуна, да, или как? Или пять? Ну, как-то так. Типа да. Ну, это самая дорогая Нива в мире. 420 тысяч долларов на сегодня. Круто. Да. За 6 биткоинов он ее купил. И плюс еще на 4 биткоина тюнинг. Ну, какой там тюнинг? Шины были куплены, диски. Короче, вот такая дорогая Нива. Там есть видео с ней. Называется Нива за 6 биткоинов. Самураю это легче. Тут, видите, какие-то поставили блоки, чтобы непонятно, кто не ездил. Сюда руль. Едет. Едет, тут едет, так экстремально. Едет.
чуть-чуть сюда. Чуть-чуть. Все, пошел. Михалыч может начать купальный сезон в любой момент, да? Едем ровно, держим. Сюда, чуть-чуть. Пошел. Пошел. А он купальник сюда, брал? Сюда, руль. Я не знаю. Чуть-чуть, да. Все, пошел. Давай. Чуть-чуть сюда. Димон спас Михалыча от открытия купального сезона. Давай. Ёханый бабай. Землей бросается. Не все. Такой тут проезд. Не все, конечно, тут могут проехать. Патруляка. А, еще патруляка. Тойота шире, наверное. Ну, где-то они одинаковые пошли. Тут главное не очковать. А у него крыша штурма, куда я направляю? Да. Давай, нормально, так и есть. Да, узкое место тут. Это блоки недавно положили, раньше не было, да? Были рутан блоки. Давно? Или мы тут не ездили? Мы вроде ездили, тут не было. А как же мы ездили? Вот ту сторону поворачивай. Лёня, отойди. Она прямо едет. Ну, Тойота шире была. Тойота была шире. Маску одень. Какой маск? По бугру. Кузов. Не, ну то, что выше, по ширине было сложнее. Наверное, да. А что, неужели патрул уже? Ну там диски с большим выносом и расширители, может, стоят. Подсказывайте нам впереди. Равняй, хорош, по чуть-чуть. Ровно едь, не крути, ровно. Так, ну все. Все вместе, чтобы взяли перекидывать. Его поднял Леха. Будет и болотца. Зимой хорошо все видно. Все дороги, просматривается все. Все траектории намного ярче. Ярче, да. Не ярче, а виднее. Ярче, когда зелененькое все. Ничего, сколько там это зимы. Сколько зимы, да, уже. Половина прошла уже, да? Вот уж. Так, что есть доброволец, да? Приехал. Не, первым уже проехать еще. Так, а что, он поедет в болото? Я уже только левее чуть-чуть. Или правее. Я вот правее траекторию. Тогда правее. Типа вот так можно проехать. Нет, так уже накопан эту унемоги. Правее. Видишь? Правее там яма. Унемога тут не было. Как нет, у него унемога эти самые. Я что-то не помню. Трёма лебедками. Я не помню такого. Это миф. Это сон или миф? Да! Вообще! Следующий! Следующего может не получиться. Там 35-й Сильвер. Давай. А, вот у этого получится, давай, этот подготовлен. Поехал! Если не перевернется до болота. Ну, красивое место. Влад, давай, не сиди там. Все, поехали дальше. Вот пожелаю. Леня. Ремонт. Леня, сейчас положи машину, смотри как ложим машину. Ромка, давай.
Там все время хрустит что-то. Или суставы у Лени, или в самурае. Там хрустит. Аху! Аху, Леня! Закопаться. Вот так по-новому. Да, пошел, газу давай. 6 метров яма. Так. Там болото настоящее. Лёня, у тебя под сапоги есть. Вот это круто. Вот это не очканул. Молодец. Посмотрите, как показал. Как показал, что такое самурай. Да, Леня, ты выходишь на новый уровень, блин. Ноги хоть надо переднюю не забудь выключить. Да, да. А что передняя заработала нормально или через раз? Починил? Ну она через раз работает, нет. Я, давай еще. Так, ну он настроен по-серьезному. Мне предлагает Михалыч туда вот по тем березам поехать. Я не утону там. Да хрену, едь медленно просто на первое и все. Провалишься, так назад тогда уже. Подтянем тебя. Так они уезжают, все. Не-не, Леня едет, вернитесь, а? Так что вы хотите с этой машины там? Стулья у него с собой. Гарнитур. Видите? Так, ну сейчас будет серьезный заезд. Леня не остановится. На достигнутом. Так, друзья, блокировки включил, я видел, вверху у него там включается, сейчас набирает воздуха в легкие, мало ли что там в дороге, может быть что угодно. Михалыч говорит, поедь к тем березам, сейчас будет экшен, тихо, да. Да едь, давай! Давай! Говорит, не включается блокировка. Ну, вот соотношение веса. Да ну не гони, нету там никакой ямы. Смотрите, что делает. Ушел в камыши. Леня, не видно тебе? Да видно нормально все. А вон и березы уже недалеко. Попробуй. Да. Посредине, Руслан, покажи, как там. Ну, не, ну круто. Руслан, ты экшен за середины снимай. Надо было за Леней. Круто. Чтобы правдоподобно, да? Да, да. Брехня. Да. Я разговор, если взять. А патрончик твой заходил? Да. Интересно, конечно, что-то попроще сюда запустить. Зовите Леху на грейтволе, пусть проедет. Леша! Леша, подъезжай здесь, твой выход. Твой, твой выход. Сейчас садимся все в Ленину машину по очереди. Кто проедет, тот молодец. Не боится, да, уверенно. Вы видите, какая траектория жесткая.
И вот он с нами уже. Ну что, страшно было? Скажи, Леня. Ты так долго готовился, набирал воздух в легкие, да, или что? Ну хрен его знает, что там за... Ну все, поехали дальше. Включилась блокировка или без? Без, не включилась. Поехали. Не, она включилась. Ну задняя включена же у тебя. Задняя у нее все время включена. Тут я и бороться на поляне буду. Да, там есть хорошие места, сейчас будет экшен дальше. Там где-то